По словам главы города, регион нуждается в новых достопримечательностях, рядом с которыми могли бы фотографироваться туристы. Автор работы – художник Яков Матусовский. Идея создания композиции возникла в рамках хартии «Я люблю Сочи». Наш город туристический, и здесь должно быть все очень хорошо и красиво. И самое главное, в нашем городе должно быть очень много памятных мест. То есть это то, что наши гости будут фотографировать. И это то, что они увезут потом с собой на память. И это то, что они будут показывать своим друзьям. Открывать малые архитектурные формы в честь Дня города в парке Ривьера стало уже хорошей традицией. В прошлом году в этот же день после реставрации открыли композицию «Чайки на якоре». Она была изготовлена еще в 1950 году скульптором-анималистом Владимиром Гусливым. Но со временем сильно обветшала.